Михаил Рудаков – советский художник со сложной судьбой и ярким дарованием. В его творческом пути можно разглядеть разные направления – от реализма до постимпрессионистических поисков, от абстракции до минимализма. В жестких рамках соцреализма художник развивал колористические поиски, экспериментировал с условным цветом, смелыми сочетаниями красок, тонкими градациями тонов. Старейший отечественный художник Михаил Захарьевич Рудаков – известный советский художник-график, иллюстрировавший многие произведения отечественной классики. Работы Михаила Захарьевича Рудакова предоставил для выставки в наш музей его родственник Валерий Таганович Сахатов, также художник, зять художника, муж его дочери. Биография Михаила Рудакова полна драматических поворотов, но что бы ни происходило, как бы ни развивался его творческий путь, работы художника объединены темой красоты и радости жизни. Пейзажи, портреты, натюрморты отличаются особой, необычной для тех лет, когда он работал, художественной манерой. По воспоминаниям его друзей, советский художник, несмотря на трудные жизненные обстоятельства, сохранял романтические качества натуры и умел радовать зрителей. В чем-то его манера передалась и дочери. Работы Ольги Рудаковой отличают тонкие колористические решения, экспрессия и образность. В своеобразной живописной манере, которую она во многом восприняла от своего отца, первого учителя, а затем у своих педагогов в Суриковском институте. Работы производят впечатление написанных для огромных каких-то плоскостей, хотя они не очень большие по формату, но воздействуют очень экспрессивно. Каждый из работ, каждый натюрморт несет какое-то свое впечатление от окружающего мира, в то же время окрашенное женским лиризмом. В этом же зале представлены работы супруга Ольги Рудаковой Валерия Саханова. Это один из немногих современных художников абстрактного направления, который, вобрав достижения мирового искусства, французский экспрессионизм, фавизм, русский конструктивизм, древнерусскую иконопись, туркменский ковер, создает индивидуально авторские интеллектуальные произведения. Долгие годы супруги в летние месяцы работали на берегу Аки в живописных местах Рязанской области. Но выставка в стенах художественного музея открылась впервые. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».